На конкурс дети читают стихи. Стихотворение «Снежок», автор Зинаида Александрова, читает Глушнева Софья, 5 лет. Снежок порхает, кружится на улице бело, и превратились лужицы в холодное стекло. Где летом пели зяблики сегодня, посмотри, как розовые яблоки на ветках снегири. Снежок изрезал лыжами, как мел слепучий сух, и ловит кошка рыжая веселых белых.